Американ один маленький. Да. Угу. Три сделай с собой. Вот молодежь пошла, а? Совсем по-русски. Плохо разговаривает, да? Не то, что мы. Старшее поколение. Ты Олег? Олег. Я Янис. Это Вася. Мне сказали, что меня встретит Альвара. А он нас на месте ждет. Паспорт давай. Что смотришь? Документы надо тебе сделать, доверенность, страховку, а то через границу не пустят. По дороге сделаем. А то на Николая все оформлено. По дороге куда? В Резекне? Там машина стоит. В ту сторону границы 3 часа. А кто такой Николай? А он должен был гнать машину. Заболел. Едем. Время дорого.